И наши малыши к статусу первоклассников вполне готовы. В этом мы убедились благодаря муниципальному проекту Child and Skills. В игровой форме педагоги проводят с детьми, по сути, занятия по профориентации. Михаил Меньшенин все увидел. Что с вами сделалось? Я поранила руку. Эта бытовая ситуация нашим героям больше не страшна. Воспитанники детского сада номер 124 перевоплощаются в настоящих врачей. Лера Курбанова уже знает и как рану обработать, и, кажется, с будущей профессией определилась. Ты ведь хочешь быть врачом, да? Да. А почему ты хочешь быть врачом? Потому что у меня папа врач. А где у тебя папа врач? Что он делает? Лечит сердце. Попробовать профессию папы Лере и ее друзьям помог муниципальный проект под названием Child and Skills. В формате игры с детьми, по сути, проходят занятия по профориентации. Дети учатся оказывать первую медицинскую помощь, учатся не бояться именно медицинских вот этих оборудований медицинского, с того же стоматолога, например. Помимо медицинского ухода в детских садах, для проекта их было выбрано 5 по городу, разыгрывают компетенции ресторанный сервис, инструктор по физической культуре, инженер, строитель и робототехника. Учиться пришлось и самим педагогам, а выбранным детским садам еще и готовиться материально. Наши педагоги все получили образование, которое имеет право проводить занятия в рамках проекта Child and Skills. Затем мы вместе со специалистами приобрели необходимое оборудование. Муниципальный проект организован в рамках движения World Skills. В завершении педагоги в каждой компетенции обменяются опытом организации занятий и составят методические рекомендации для специалистов других дошкольных организаций. Мы не только хотим, чтобы конкретно вот эти дети, которые участвуют в муниципальном проекте, научились, да, чему-то, чтобы педагоги других детских садов могли правильно организовать игру и познакомить детей с профессиями. Проект Child and Skills будет продолжаться в течение этого года, а в ноябре городской департамент образования планирует организовать фестиваль, где дети и педагоги покажут, что удалось освоить во всех 5 компетенциях. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Регион 29.